Ребята, привет! Мы сегодня с вами едем в Роза Хутор. Его с нами едет. Да. Вы не поверите. Я тоже еду в Роза Хутор. Сейчас мы пока едем вдоль моря. Но скоро наша электричка свернет в сторону гор. И там будет намного интереснее. Так что оставайтесь с нами на нашем канале. Мы сейчас пока снимаем вам маленькие короткометражные фильмы, а потом будут уже более подробные и интересные. Ставим лайкосики, подписываемся. Мы сегодня подготовились. Мы взяли куртки с собой, потому что на Розе очень холодно. Мы взяли толстовочки на всякий случай. Так что я думаю, что мы там не замерзнем и будет все нормально. Подробности на сайте. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Рекламируют в общем поезд Туапсе, Сочи, Гагра. Мы на этом поезде уже прокатились. Кстати, вот такой поезд. Всем рекомендую, если будете в Сочи, в Лазаревском, обязательно как бы на нем прокатились. Просто прокатились. И мы уже к Адлеру подъезжаем. Так что оставайтесь с нами, едем. Вова снимает вам ролики. Будет такой вот ролик, как мы едем в Ласточке. Одна камера хорошо, две камеры лучше. Все, ну давай еще. Подъезжаем к станции Адлер. Адлер. Следующая остановка. Эста-садок. А потом следующая наша уже Роза Хутор. Оставайтесь с нами. Едем. Вокзал Адлера. Вот это вот вокзал. Едем. Следующая Эста-садок. Потом это следующий Роза Хутор. А это вокзал города Адлер. Такая мандура. Воздушный переход, там все дела, галереи. Я появилась все в отражении. Это мы едем. Вот, надо такое построить. Вообще. Вот такой вокзал. Адлеровский. Там будет интересно. Едем с нами. Будет очень интересно. Это мы сейчас едем по Адлеру. Адлер вот так примерно выглядит. Частный сектор. Домики такие. Вирусная инфекция – это заболевание, вызванное вирусом, который поражает преимущественно органы дыхательной системы. Среди симптомов заболевания отмечается повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание, как при большинстве видов простуд. В целях недопущения возникновения заболевания необходимо воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, использовать маску для защиты органов дыхания в закрытых помещениях и транспорте, соблюдать правила личной гигиены. При первых признаках заболевания воздержаться от личного похода в поликлинику и вызвать врача на дом. Линия распространения заболевания и защиты наших пассажиров и работников. Мы тщательно готовим каждый состав к поездке, проводя влажную Сейчас уборку, мы поедем в горы. Дезинфекцию. Осуществляем дополнительные... В общем, едем в Роза Хутор. Сейчас начнутся скоро горы. Вова там пошел маленечко снимать их. Нам осталось совсем, в принципе, чуть-чуть. Время 8.15, мы в 8.50 уже будем в Роза Хуторе. Оставайтесь.
оставайтесь с нами на нашем канале. Будет все очень интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ребята, и мы уже в горах. Вот наши места. А я пересела на другую сторону, чтобы поснимать вам горы. Едем в тоннеле, уши закладывает. У тебя Вова тоже закладывает уши? Вообще конкретно. На уши завернуло, сейчас меняется давление. Да, скорость 90 километров, вон там в углу видно. Несемся мы это вверх, короче. Уши вообще заложило. Вверх несемся. Плохо, ребятки, видно, но, в общем, там горы. Во-первых, тонированное стекло, а во-вторых, свет из электрички попадает. Вот реку проплыли, проехали. Цинда. В общем, мы в горах уже. Оставайтесь с нами на нашем канале. Путешествовать вместе с нами по Роза Хутор. Мы снимем, постараемся снять очень хорошие, красивые видосики. И будем путешествовать вместе с вами.